Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий провел ход строительства школы в поселке Красково. Напомню, работы стартовали месяц назад на улице Мичурина. На данный момент на стройплощадке обустраивают подъездные пути, приступили к фундаментным работам. Готовность котлована 45%. Мы планируем, что где-то мы должны школу завершить по плану. Четвертый квартал следующего года. Хотя мы будем настаивать, будем работать со строителями, чтобы ее запустить 1 сентября следующего года. Это непросто, потому что объем работ огромен. Но в то же время, я думаю, что мы с этой задачей справимся. В современной четырехэтажной школе смогут обучаться 1100 учеников. Кроме того, на территории объекта образования построят многофункциональную спортивную площадку, а также благоустроят зону отдыха. В рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Открытые стадионы» школьное спортивное ядро будет доступно для всех любителей физической культуры.